В Жамбылской области закрыли доступ к ряду групп в социальных сетях. Интернет-сообщества, содержащие пропаганду суицида, выявили прокуроры. Наряду с этим на популярном видеохостинге YouTube обнаружили форумы об использовании наркотических средств. В итоге 41 видеоролик признали незаконным. Распространение этих видеоматериалов на территории нашей страны остановлено. Прокуратурой установлено, что популярные среди детей социальные сети ВКонтакте неизвестными лицами открытые страницы, пропагандирующие добровольный уход из жизни, то есть суицид, участниками которого были около 2500 человек. Аналогичные страницы ВКонтакте выявлены прокуратурами города Тарас и Меркенского района, участниками которых были более 10 000 человек. В настоящее время по принятым мерам деятельность данных страниц приостановлена.